Ультра Плюс. Услуги кабинета УЗИ для взрослых и детей. Обследование внутренних органов, сердца и сосудов, щитовидной и молочных желез. Гинекологическое УЗИ и другое. Услуги кабинета ЭКГ, запись ЭКГ, суточное мониторирование АД и ЭКГ. Консультации специалистов, невропатолог, хирург, детский и взрослый кардиолог. Консультации специалистов на дому. Проспект Коммунистический, 1. Телефон 675-71.
видео. Тут телефон Гирихана называется. Хорошо отдохнули. Не запасы. А он не готовит. Он уже хорошо отыграл. Да, да. Что-то Иванька у меня. Ах, блин. Вот, да. Руки! Не забей, что ты. А что в мяч же сыграл? Они спальки с ним. В мяч сыграл. А сами грубят. Вы что спите? Два момента подряд. Тренер. Я не видел сам. Давно не видел. Сапыра обезьянка, да, так же. Отлично! Отлично! Хорош! Обыграй, Лена! Игорь бы на курс не кидался бы, тоже бы. А теперь там другой номер. Наш, это уже не штанул, третий. Там что за день выборов? Никита! Да, блядь, попадут мячом. Ну-ка, ну сидит на это, на взгляд, долбанут мячом вот так, пробьют и улетел. Много ему надо. Вот этот пизонница, надо через него захерачить. Ну-ка, Данди, оттуда зарядим, вот за что.
Долго все, долго. Одну ошибку, блин, вторую подряд. Вот и получай. Николай зарубает. Там и Вита вот. Чаще! Маргеча не идут, говорит, дуба края. Николай Плак. Отложили сюда. Это игра через запад. Керосином пойдет. О, отлично! Ой-ой-ой! Вытаскивай, не стесняйся! А что за предупреждение? Поцелуй его еще. Что, блядь, закрываете, а? Ты что, бурешь, ты судья? Ну, блядь, карточка-то. Ну-ка, Анатолий, Александр, спни его. Никто не это для этого не было. Куда они судят? Убегал сюда. Мы сейчас его фамилию узнаем. Троицка, Винокур. Пока чисто. Давай. Ты Винокур! Я что сейчас не покажу? Уговорили, наконец. А второго раза уболтали тебя. До троечка не доедет. Выйдем. То за лисичками отправим. Так как не пресекатели, а борзеют вообще. Отлично. На! Югов, да? А Женька хоть так. Да.
Ультра Плюс. Услуги кабинета УЗИ для взрослых и детей. Обследование внутренних органов, сердца и сосудов, щитовидной и молочных желез, гинекологическое УЗИ и другое. Услуги кабинета ЭКГ, запись ЭКГ, суточное мониторирование АД и ЭКГ. Консультации специалистов, невропатолог, хирург, детский и взрослый кардиолог. Консультации специалистов на дому. Проспект Коммунистический, 1, телефон 675-71. Отлично! О, здорово! Давай, давай! Отлично! Давай, давай, сейчас давай, давай. Молодец! Ай, не да не давай, заливай! Лупи по своим! Один вот стоит. Край! Отлично! Товарищи идут, да? Турнир какой-то не знаю. Телевизором не надо сидеть на таком, да? Потому что мяч, когда удар сильный, попадет, и ты прыг туда, и травма. Понимаешь, не надо. Но может и не попадет, да. Удары же, видишь, какие удары. Олег не забил. А сейчас хорошие вот здесь права бы подобрать некому. Центр не забежал. Думаю, тут часто кидают, да? А потом мне тут что-то дали. Давай, Ром!
Там дарах нет. Просто, сынок, в момент доиграть. Доигрывать в момент до конца. Казалось бы, тогда до конца пошел. Все, вот результат. Тихо, почти как всю команду ударяется к нему. Малико! Малико! Я даже сам не ожидал этого. Что пройдет. Он старался. Ну давай, давай. Сейчас не расслабляй. Они постоянно... Там его не взять было, удар-то очень сильный. Что такое? Рама приехала. Ну не забиваешь, ты забиваешь. Каташку! Отдай, Олег! В наших интересах посиди еще. Мы не против. Мы не против. Что-то ты испадаешь. Откат можно. Во, пойдет. Надо его. Показывай, что там арма оттуда. Больно. Не могли, когда строили. Опасно сейчас, ребята. Ой-ой-ой.
Так нельзя. Машина останавливалась. Ну, брат, вас обожал. Я так научился. Я не умею. Я уже попросил, ты меня научил. Мне так и нафига. Ну, вот так, вот так. Шустик. Дрон свистел. Так, так. Тебе волков взять, как надо же общага делать. Ну, я не дойду на барабан. Еще раз. Давай туда его. Помягче. Опустился. Серега, ты тренируешься. Оба государства на рассудочке. Я что, не видишь, что ли? Деньги, душ купил, погнали, ладно. Стадион такой, пойдем. Мы касало двум дали, не говорите. Но. Это перчатки-то, Серега. Почему же он? Главное, тренируйся. Буях, ты сырок, ты мог, пойдем бы думать. Ты один. Я там, кармандарин, ты сырок. Ох, вратарь как не играет. Молодцы сегодня, не каждый день. Что-то надо в пятницу свадьбы постоянно. Ну, нога, не говори. Прямо на них это повлияло. Вот она. Без мяча. Убеги! Вот тут может убегать. Мы не уверены, но ты посмотри. Сегодня, конечно. Беги. Да он оттуда не топнет. Здорово, дух. Ну ошибся там вообще. Здорово. Он из Троицка, не видит. У него Троица в глазах. Туда надо было забросить. Thank you.
Уйдешь? А вот толкаешься. Этого бесполезно толкать. Пойдем. Вам же так не сказать. Не сильно опасно. Если бы выходил там. Нарушение было. Не забьет. Есть хоть какое. Не забьет? Я так думаю. Потому что если не забьет, мы выиграем тогда. И в этом случае выиграем. Все равно выиграем. Я командировки пакет сломал. Ультра Плюс. Услуги кабинета УЗИ для взрослых и детей. Обследование внутренних органов, сердца и сосудов, щитовидной и молочных желез, гинекологическое УЗИ и другое. Услуги кабинета ЭКГ, запись ЭКГ, суточное мониторирование АД и ЭКГ. Консультации специалистов, невропатолог, хирург, детский и взрослый кардиолог. Консультации специалистов на дому. Проспект Коммунистический, 1, телефон 675-71. Боги менял, менял, блядь. Да. Менялся, да. Да. Там пижон, да. Вот у нас общий, там потел, да. Спартак, не останавливайся! Да, не внимание! Да. Вперед, Спартак! Ой, да, дали шанс! Работайте! Олег, я на машине. Бензина можно ему слить? Литра два. Литра два бензина дают. Подбирай. Давай, Олега! Уйдешь от него! Хорош, Олега! Давай! Заходи в штрафную! Надо было раньше. Да какой же там же нарушение было? Но. Вот сейчас забьет. Хорош, Даня. Я наоборот в пенате не стою. От шамани там. Как-то поворачивается. Со шведами наши проиграли. 2-0, да? Я смотрел. А что 2-0 проиграл? Женский футбол. С кем? Нет, шведы. А с немками завтра? Завтра. Нет, буду смотреть. Немки, ты можешь. Я с итальянки. 2-0 выигрываем. 3 минуты. И за 10 минут 3 мяча. 2 не засчитали.
один отскок от перекладины. А второй вне игры. Но все равно суть-то в чем? Три мяча. Источник нашел. 40 лет спустя. Бутылка вон опасно стоит, кто-нибудь упадет на нее. Левый! Он хочет войти в рабочее состояние. Транс. Транс. Хорош, здорово. Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, это урод! Вытаскивай, вытаскивай! О, с первого раза вытащил. Молодец. Не, ну срыв атаки. Воспитанный святой. Еще в кости. Срыв атаки. Можно и красную. Вы биски поаккуратнее играйте, чё костоломите? Не забили пенальти? Жёстко такая игра, не правильно. Они злятся, что пенальти. Напинаем вам, делом 10. Карачаров. Чемпионат Бийска, не Барсалон от Никольца. Срыв атаки был. Хороший. Ну! Хорош. Только диагональ запусти туда. Ворота запусти в ближний угол, пока этот понтует. Куда там запулил? Далеко. Угол вратарский, да? Все, поехали. О. Ну куда у нас ебано? Двумя ногами. Ну, погонять надо уже. Но. Давай красную, хватит. Ну чересчур, да, двумя ногами. Ну так уже, как уже. Я тут сломал бы так. Какая разница? Этот мешок, который... А вот ты упал, там что там? Эй, ты! Дивень! Три. Три. Уже красную пора потом. Красную приготовь, как судья. Следующий раз. Выйди, 12. 12 человек играйте, пока никто не играет.
Вот, да, Паша. Вон, вон. А, доктор, что-то. Вот, 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 доктор. Серега, догоняй. Ой, молодец. Горишь! Лови, Таня. Видите, вообще дурбы, да там горят. Догнала? День дох, хроник, день дох. Ничего не останавливайте! Играть еще много, играй! Так же ковырял, ковырял. Чуть приостановить. Опять право стало продвигаться. Да? Лево. Лево, 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 слева. Подвигайте, пока их нету! Быстрее! Ну, Шангара сюда тоже попал. Настроение испугало. Нормально, че? Все постной идет. Собака, хозяин. Нормально? Деньги сними. Коля, а Коль? Я застал консультант. Ну что такое? Из-за тебя мы гол получили, за тебя заслал. Заслал. Гол получили. Куда? Колян, на три послал. Я на три послал. Они и не уезжают.
встречались. Хитрый, привет. С прошлого года. Юра, привет. Привет, Юра. Ты меня только не снимай. С прошлого года не увидел. Хитрин, Коля, почему не болеешь? А, Коль. Ну все уже, что-то что-то запал кончился. Что-то уже наколотили, блин, да здорово. Приспустили. Не, нормально, чуть-чуть. Да не все запомните, не переживайте. Здорово. А, Коля, все по сценарию, да? На, сейчас.